купили ГВЛ на гараж. 20 листов. Дай Бог здоровья молодому человеку, помощнику. В Марлене. Лист 721 рубль. Телега, наша палочка, вручалочка. Приехали с Лера Мерлен. Купили ГВЛ. ГВЛ какой-то армированный. Без этой, без бумаги идет. Какой-то, сказали, армированный. Ну и влагостойкий. Ну, блин, тяжелое, я скажу, это самое. Лист что-то 20 с копейками весит. Сейчас будем вот сюда вдоль стеночки складывать на попа с Татьяной. Сейчас переоденемся. Татьяна, наверное, заверещит от тяжести такой. Ну, будем с передыхом складывать. Так, приступил к обшивке вот этой стены входной, ну, которая под навесом. Никогда не думал, что буду делать, ну, штробить, можно сказать, в дереве под электрику. Вот такие штробы бензопилой сделай. Как бы здесь, ну, можно было, конечно, и обрешетку сделать. Но я посчитал, что буду так делать. Потому что здесь все вот эти стены выравнивались по наружной стене. Ну, весь брус. То бишь здесь запилил. Тоже свез весь инструмент. Лобзик, пневмо, этот ударник, или как его там, пневмогвоздь, который бьет. Купил в этот раз еще шуруповерт такой сетевой. У него 100 ньютонов на метр. Такая сила есть. Ну, хороший. Как бы он такой импульсный. Гофру такую купил. Ну, извиняюсь, конечно, за такой беспорядок, но это сейчас. Да дело все это уберется. Прикрепил уже труженицу стройки. Торцовка моя любимая. Без нее никуда. Прикупил еще пачечку вагоночки. Ну, у меня еще там пол пачки вроде осталось. Ну, сейчас буду по размеру напиливать, да туда шлепать пневмопистолетом. Весна нынче такая, насадки была хорошая, оттаял эти краны газовой горелкой, чтоб куб не наполнялся. Сегодня вообще плюс 4 прям. Все перезимовало хорошо. Вся моя постройки, все постройки мои. Здесь сосед активизировался. Купили, ну как сосед, новый сосед, который купил участок. Вот сейчас по весне все спилил. Будет сейчас, когда оттепель будет, будет выкорчевывать все это дело. В этом году будет посветлее, со всех сторон участок будет светлый. Там уже все лес, туда уже не двигается никто. Заповедная зона. Вот начал уже это самое, три вагонки пришил. Уже начал это электрику закрывать. Вот так-то штроблю. Ну, тогда еще проштробил, сюда укладываю. Это еще с пальцем. Ну, поранил. А здесь будет этот
маленькие. Вот выход. Один светильник. Второй светильник будет. Красиво будет. Ну, как бы так. Запитаемся. Ну, и вот здесь этот будет. Выключатель. Выключатель вот так. Вот выключать под ним, розетка под ним. Угу. Да я для YouTube канала своего. Нет, доски подложить нету, это есть вот длинные. Не, нету. Это я еще для другого этого для пенопласта взял свои доски. Так, приехал пенопласт забрать. Профлист забрал, он под низом лежит. Сделал вот такие. Видите, каких распорки. Две доски наверху. Ну и этими распер. Должно доехать без происшествий. Так, продолжаю обшивать стенку наружную под навесом. Вот уже провода. Прошел провода эти. Вот он второй. Это под плафоны, которые будут этот, ну, светить. Вот остался выключатель. Остался подсоединить. Так. Вот таким инструментом пользуюсь. Дензел компрессор. Вот недавно шуруповерт такой купил. 100 ньютонов на метр сетевой. Ну, этот лобзики шуруповерт Метаба. Будут вот эти стоять здесь. Под навесом. Сегодня какое? 10 марта. Плюс 5 градусов. Все тает. То привез я этот, как его, полистирол на утепление гаража. Сегодня тоже привез. Ну все. Подсоединил светильники. Я не снимал, трех ноги не было, как это все делал. Сниму вот так от руки, кому интересно. Светильники алюминиевые, хотели пластиковые, что-то они доверия не внушили. Вот купили алюминиевые. На одном уровне находится розетка, выключатель и светильник. Законченный вид. Осталось только плинтус там прибить, чуть-чуть доработать. Пришло время баньку обшивать. Купили соседний участок. Вон там. Сжигают ненужное. Теперь у нас светло. Уютно.
так получается красиво. Пока крутим на черные саморезы, потому что что-то на метизы не купили. Белый специально под этот. Потом откручу. Все равно здесь их прошивать надо. И получается как-то так. Красиво. Потом обрамление будет. Как на гараже. Ну, под цвет крыши. Шоколадные эти доборы. Ну все. Как всегда, любимая наш антисептик. Без него никуда. Отработочка. Стоять 100 лет. Минимум. Да. 12 марта. Знаете, какой снег пошел пушистый. В этом году снега у нас как никогда. Сука, и сугробы. Прям хлопьями идет. Так красиво. Еду держать будем. Красота, страшная сила. Все. На сегодня хватит. Так, ну все, законченный вид. Доделал я под навесом в бане лицевую сторону захода в баню. Так. Это вот внизу добавил там тонкую, ну 4-сантиметровую доску, где щель примыкания террасы. И к бане все добавил, обрамил все это плинтусом. Так, ну может я пока сделал вот такие винтажные фонари. Решили вот этот тоже заменить, тоже на такой же фонарь, потому что он не смотрится. У нас вовсю весна, уже с крыши снег на гараже стаял, да и здесь уже весь подсел. Это сейчас какое марта? 14 марта. Ну все тогда. Обшиваем другую сторону. А? Ага. Снимается видео, когда есть оператор. Козырёчек, чтобы вода не затекала сверху.
беленький, чистенький будет. Снег уже тает потихонечку. Сырость, грязь. Кто в домике живет? Ну вот уже вторая стенка готова, бани. Осталась еще одна стенка, и будет красота. Законченный вид. Перешли на другую стенку, завершающую. Бригада У. Да. Мы с моими девчонками все построим. Да. Обработочкой обработали на всякий случай. Да, Витюська, красотуська. А, иди сюда. А Рома в домике? Ненадолго. Вот такие сугробы. Он без оружия, ты чего? Так нельзя. А у меня спина так, ну. Так, эту сторону уже практически закончили, облагородили углы шоколадным этим уголком. Здесь, там и там в цвет вот этого конька. Ну как бы, ну и по всей это будет также. Прокрутился. И низ покажи, что внахлёст этого кирпича идет, что затёка никакого не будет, все как с гуся вода. И останется под цвет вот этой, покрасить, наверное, придется вот это, всю конструкцию. Потому что она, здесь различие, здесь старый брус, там новый. Короче, надо красить, вот как нижняя.
Последний штришок. Да, Рамуля? Да, Тануля. Он так не последний. Смотрится. Так не слышится, Тануля. Сейчас последний уголок мыться пойдет. Для чего баня сделала? Банька зовет. Там уже 90 градусов. Уже? Да, натопила я.